здесь места, где купаться. Вообще, смотри, какие. Участок красивый. Ух ты, да. А, кстати, здесь башня из семи братьев. Что такое слышно? На горе. Она нам сказала, там есть семи братьев и одной сестры. Ну, она такая, говорит, правильный, уменьшенный размер, типа, башни. И крепостная стена, уходящая в горы, соединялась с этой башней. Башня. 40 километров было, типа. Где-то она здесь. Откуда вы могли уходить в башню? Да. Свалится точки на ходе. А тут садик, наверное, да? Садик. Аленка. Аленка называется, прикольно. Чисто дагестанское такое имя, Аленка. Садик Аленка? Да. Как надо? Садик Даргинка. Табасараны. Табасараны. Даргинцы. Арабы. Ты вообще, я говорю, это какой-то вообще, это какая-то песня, да? Осетины, мы с Дагестаном едины. Май здесь тоже очень зеленые, очень зеленые все. Май все зеленые. Самое красивое это осень. Да, в мае, когда все зеленеет, река разбивается, все позеленело, подцветет. Конец вот мая. Эта башня, вот. Но она целая такая. Это выхлопы. Что пахнет другого? А 92-й 52 рубля, охренеть. Газ 37,50. Пипец. О, зато здесь 92-й 38. А эти башни, они каких годов? Наверное. Не старинные, в смысле, или ну, уже? Да, это вот эти, которые вон там стоят, да? Там не сильно, а нет, да, я вижу, да, четко такая прям. А она интересно, что там было построено, вот эта башня? С какой целью? Ну, кто жил там, видимо. Семь братьев там было и сестра. Блин, чтобы все братья не могли построить такую гигантскую башню, соответственно, слишком серьезная башня такая, там прямо это, серьезная, очень. Так они же обычно как защиту для защиты строили такие башни, нельзя было, чтобы на башню.